Знаете, Александра Михайловна, прежде чем построить наших дорогих гостей, поскольку у нас все-таки линейка праздничная, да, то я сначала хочу провести праздничный спортивный комплекс упражнений. Кто за? Кто за руку? Вы? Так, выше, 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 выше. А теперь хочу услышать, кто за? Ну, как-то слабовато, по-моему. А если еще громче? Спортивный дух, ну-ка! Вот это молодцы, вот это я понимаю. Для поднятия боевого духа, друзья. Итак, начнем, я думаю, с комплекса олимпийского. Олимпиаду все смотрели? Понравилась Олимпиада? А участвовать хотите в такой Олимпиаде, да? Ну давайте тогда вместе, давайте подымемся, все вместе, дружно, дружно, дружно. Смотрим на наш педагогический состав. Главный педагог, конечно, это я, культурный, воспитанный учитель истории Станислав Борисович. И наша замечательная, нежная, красивая и умная учительница биологии Александра Евгеньевна. Станислав Борисович, ну, вы джентльмен. Станислав Борисович, джентльмен. Но из мужской солидарности я отдаю слово первому. Пожалуйста. Добрый день. И прежде чем приступить к построению, проверю вас на внимание. Александр Евгеньевич, вы знаете очень хорошую игру на внимание. Пожалуйста. Ребята, игра называется... Нос, пол, потолок. Так, показываем все вместе, где у нас потолок. Так, а нос? Пол. Так, а теперь готовы? Внимательны все? Точно? Давайте-ка проверим. Потолок. Нос. Где нос? Да, молодцы. Пол. Потолок. Потолок. Нос. Молодцы какие. Нос. Потолок. Пол. 46 размер, нормальный женский размер. Вот, пожалуйста. Да. Хорошая ножка. Да, аккуратненько, красивые. 46 размеры. Я знаю. Ну что, не сделаем? А как еще? А может, по количеству пальцев на ног? У вас у всех одинаковое количество пальцев? Точно? Ни у кого нету лишнего? Нет, ни у кого. Может, по цвету волос тогда? От самого темного к самому светлому. Получится у нас так? Давайте попробуем. Так, вот я вижу темные волосы. А с тобой почти одинаково. Погромче, давай. История. История? Точно? Точно, точно история. Хорошо, хорошо. Пожалуйста, история. Проходим к нашему Станиславу Борисовичу чудному. Так. Ну, а ты кто у нас, геолог, интересно, или историк? Историк. Историк, пожалуйста. Станиславу Борисовичу. Так. Ты кто? Биолог. Биолог? А я так не знал, сразу видно. Ты биолог. А ты? Историк. А ты? Историк. Прекрасно. Идем наши спортивные мероприятия. Так. Класс истории выстраивается линейкой вот здесь. Класс биологии. Выстраивать линейку вот здесь. Сергей Владимирович, у нас есть мелок, чтобы прочертить линию? Мелочек. Сейчас у нас все в школе в реквизите есть. Сейчас найдем. Нет. Давайте станем максимально вот сюда, чтобы было куда бежать. Вот сюда, поближе к Александре Евгеньевне. Здесь у нас будет класс истории. Ваша коробка, вот она. Класс биологии. Ваша коробка вот здесь. А будем вокруг нее возвращаемся, даем следующему участнику 5, вот так вот, 5, и только после этого следующий участник начинает движение. И так, пока вся команда не пройдет испытание. Все встаем за линию старта, класс истории. Держите, это ваш меч. Класс истории, зайдите, пожалуйста, за линию. Я за линию старта, вот сюда. Чтобы по-честному все у нас было, друзья. За линию старта. Да. Ничего.
Итак, класс биологии. Вы определились, кто за кем? Наверное, вот девочка, которая стоит самая слева, ты будешь первая. Хорошо? Держи меня. Инстаграм. Биологи, Надежда! Биологи, быстрей! Так, 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 историки пока опережают биологов. Стоп. Разве была команда «Марш, друзья»? Внимательнее. Биологи, историки, вернитесь, пожалуйста, на линию старта. Вернитесь. Если меня не изменяет слух, была команда «Фарш». Была команда «Поехали». Поехали. Поехали. Ага. Слушайте, историки, подождите, подождите. Вернитесь, пожалуйста, на линию старта и слушайте внимательнее. Только по команде «Марш». Была команда «Поехали». Слушайте внимательно. На старт. Внимание! Начали! Ну стоп, историки! Торопыги! Мы же сегодня проверяли уже внимание. Проверяли. Это нервы, Станислав Борисович. Нервы. Страсти накаляются. Конечно, ответственность. Итак, на старт! Внимание! Историки, вы готовы? Марш! Вперед! А почему команда не поддерживает своих игроков? Это почему? Биологи! Биологи! Выше, быстрее, сильнее, краше, умнее! Биологи! Детвора! Счастливые каникулы! Ура! 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 Ликует и резвится с восторгом детвора! Счастливые каникулы! Ура! 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 Чудесно! Замечательно! И вы знаете, у нас есть сюрприз. Да. Да. Сюрприз от наших юных актеров. Они очень любознательные. Да. И представляете, так и хочется им все узнать самим. Да? Итак, встречайте. Театральная студия «Триумф». Ура! Узнать и на себе испробовать. И то, что круглая земля, пробить самому. Но рядом ходят взрослые, они все знают лучше, что можно и чего нельзя, они твердят с утра. Thank you.
тебя такие родители, а ты на кого похож? Нашего педагогического состава есть для вас тоже сюрприз. Мы попросим наших гостей нам помочь. Сейчас раздадим вам реквизит. Станислав Борисович, вы раздадите визит? Ну что, кому достанется? Отличное питание, любое время суток.
всю песню, а? Отлично, там простые слова. Товарищ преподаватель. Да. И у нас слова надо. Очень простые. Очень простые. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Выучили, да? Поможете нам? Отлично. Но Танечка, это была первая часть. Танечка, где ты, Танечка? Она уже за роялем. Отлично. Танечка будет аккомпанировать. Нет, почему? Ребята будут нам подпевать, а мы пойдем к роялю. Да? Да. Ой, попробуем, что ли? Попробуем. Тряхнем стариной? Ой. Слушайте, знаешь, споем немножко, да? Чуть-чуть. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Давайте, чтобы сейчас перед нашими друзьями. Песня совершенно. Ля-л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 я
А тем временем пианинка у нас почти что настроена. Да, я чувствую уже струны натянулись, и оно сейчас запоет. Буквально. Что мне дождик, разливной?